От классики до современности. Так называется премьерная концертная программа Крымского камерного хора ансамбля «Таврия» под руководством заслуженного артиста Крыма, дирижера Игоря Михайлевского. В голубом зале Центрального музея Тавриды звучала музыка души известных композиторов, музыка, пережившая века. В зале будто полночь. Звенящую тишину сменяет церковный перезвон. Сцену заполняют артисты камерного хора, словно в мгновение перенеся зрителя в стены храма. Мужские и женские голоса сливаются в единый гармоничный поток. Концертную программу открывает песнопение украинского композитора Михаила Шуха. Философия и религия переплетаются в этом музыкальном полотне. В воображении рождаются образы, исполненные любви и радости. Музыка сердца будто оголяет чувства, в которых и заключается смысл жизни человека на земле. К Богу и вообще к этим духовным песнопениям обращались разные композиторы. Как правило, у любого уважаемого композитора всегда есть в творчестве его духовное песнопение. И поэтому естественно, по своему стилю, по своему характеру они всегда пытались писать. И вот сегодняшний концерт непосредственно посвящен таким песнопениям. Смысл которых в том, чтобы пробудить в человеке его лучшие качества и помочь достичь гармонии с самим собой. Сейчас Великий пост. Каждый человек замысливается, что задумывается, что он, кто он, что он делает, какие его действия. Песнопения, звучащие не только в зале, но и в сердцах зрителей, невозможно слушать, оставаясь равнодушным. Кажется, слышишь музыку каждого голоса, музыку, рожденную в первую очередь в душе вокалиста. Мы постараемся донести именно этот стиль, это эмоциональное состояние. Действительно, очень интересно происходила работа, интересно работать было с этой партитурой. Игорь Николаевич, наш дирижер, очень много делает для того, чтобы найти нам что-то новое, доселе неисполняемое здесь. В продолжении вечера голубой зал Центрального музея Тавриды заполняют произведения Рахманинова и Шнитке, Гаврилина и Денисовой. Музыка, прошедшая сквозь столетия, музыка, звучание которой дарит веру в будущее. Мне больше всего нравятся не какие-то произведения отдельных композиторов, которые они исполняют, а нравится та православная, народная музыка, которую они исполняют. Это очень здорово, тем более в обработке Игоря Михайлевского, который является прекрасным музыкантом и дирижером. Они не часто выступают в Крыму, но я их выступления смотрела и за рубежом, так мне повезло. Камерный хор Игоря Михайлевского – один из самых гастролирующих в Украине. И уже в марте эту музыку, пробуждающую и объединяющую сердца, услышат во Франции. А потом с этой программой коллектив отправится в Германию и Нидерланды.